Уже вечер, и мы с Ба коней завели. Решили пошагать по снежку. Вот ей удобно по снежку, когда копыта утопают. Мы уже вон сколько прошли прогуляться. Пойдем, Ба, пошли, надо пошагать. Взяла ее потихонечку. У нее лучше суставы стали после того, как она начала ходить. После того, как ее хорошо расчистили. Она хорошо ходит. Так, не скользи, Ба. Тут немножко скользко под снегом. Пойдем в Леваду сходим. Это мы к Лунтику пришли в Леваду. Ничего, хорошо так ходит уже. Сегодня рысью от меня решила сбежать. Да, Ба? Давай делаем. До угла дойдем. И пойдем потом обратно в конюшню. Хорошо? И такие сосули у нее. Пойдем, тут не так скользко. Надо ножки разрабатывать потихонечку. Да, бабу. Нормально она так. Молодец, Ба. Главное, чтобы завтра обледенения не было. Сейчас, Ба, я посмотрю. На тебе. Это тебе у нас бонусы. Подожди, подожди. За пройденное. Все, осталось чуть-чуть. Идем назад. Ба, иди сюда. Вот, молодец, хорошо. Да? Ну что, идем домой? Вот у меня... Ножки такие старенькие. Бабулька. Пошли, бабулька. Не отпускаю, потому что она там может и назад сама пойдет. Я боюсь, что она дорогу будет плохо выбирать. Идем, бабо. Так, молодец. Шлепалки свои, шлепалки. Шлепалочки. Погуляли с бабушкой чуть-чуть. Завтра, если время у меня будет с утра с ней прогуляюсь. Да, ба? Вон Грейка за нами говорит, ты что вы тут тусякаете с бабушкой? Грейка дедушка тоже пришел подтусякать, да? Ты же дедушка? Вот, ну, видите, как все. Все бабушка понимает, все команды. Бонус? Бонус уже будет дома, нет ничего в карманах. Вот, молодец. Ходим, у нас уже все дома. Кроме нас с бабкой где-то шляемся. Ба, заходи, прошу, моя королева. Ты проехала свой денег, Ба. Баба. Ба, ты куда поперлась? Ирис, стой. Может, почистимся, пока ты дошла? Давай, ты почухай чуть-чуть. А? Давай. И остались от бабушки. Ручки до ножки. Вот сегодня два ободрала ее. Такая кучка осталась. Лежащая посередине конюшни. Ну, а бабка сегодня кайфовала на массаже.